Всем привет, ребят! Сегодня смотрим клип от Лианджи «Жарим ведьму». Я так понял, это из альбома «Провинциальные сказки», да, который мы слушали. И «Петлю» слушали, и «Рехаб» слушали. Что-то там... «Блэк Кэт» слушали. Еще песен, очень много от него сейчас слушали. Можете вбить поиски «Лианджи Мушинский Фэмили», либо зайти в плейлисты и посмотреть, какие мы от него песни слушали. Поэтому и будет очень интересно глянуть клип. Так что, кому не жалко, ставьте лайк, комментарий обязательно, обязательно. И подпишитесь, ребятушки, ребятушки. Красотуля, ребятуля. 18+. Сейчас немножко отмотаем. Можешь отмотать, да? Сейчас где-то тут было. Вот. Как у меня почти такая же. Из эко-кожи. Прикольный пуховик. Офигенная актриса, да, какая-то в клипе, реально. Она очень классно вписывается с этими ее, с рыжими волосами, да, что-то такое, как бы ярко выраженный рыжий цвет или красный, что-то. Ты снова поплыла, за тобой я по пятам, покрывали города. Жизнь это парадокс, учила я вода. Вот так полили меня, будто последний раз. Перевели часы на 12, ночью обратно. Там любите, но мне кажется, это опасно. Ты огонь, но такой прекрасный. Больше не будет. Около тебя пожарим, мы жарим, мы извиним, офигенный, обожаю Лианджи, он талантливый музыкант. Молодец, Лианджи, офигенный клип, офигенно снято, в таких, типа, в костюмах, да, в старославянских, да, как бы, ведьма такая эффектная тоже, то есть, в кадр вписывается, выделяется очень сильно, в котле этот жарили, да, жарят ведьму, ну, как бы, песня понятна, смысл, то есть, тут нечего разбирать, копаться, он классный исполнитель, поэтому ждем от него нового альбома какого-нибудь, может, еще каких-то работ новых. Мне очень понравился клип, как вам, я не знаю, напишите свое мнение обязательно, что вы тут заметили, может, какие-нибудь отсылочки, не? Я ничего не заметил. Так что пишите свои комментарии, лайки обязательно. И подписывайтесь на канал, всем пока.